Bună ziua, stimați colegi, stimați mulți, stimați oaspeți. Astăzi este o zi foarte importantă pentru municipiul Bălți, deoarece începe un nou mandat la consilieri din mai multe partide. Cum a spus și domnul președinte, care a avut experiența de a fi consilier municipal, că este o pâine foarte grea, oamenii au foarte multe așteptări, dar mai multe partide politice au făcut mai multe promisiuni, dar astăzi trebuie să fim un exemplu pentru toată țara, că în municipiul Bălți se vor hotărâ problemele la toți cetățenii, vor fi auzite inițiativele absolut și la toate fracțiunile din Consiliul Municipal, inclusiv și la cei care nu fac parte din vreo fracțiune. Сегодня, когда за нами наблюдают не только все жители Бельцы, но наблюдает вся страна, наша задача быть образцовым муниципальным советом. Я приложу все свои усилия для того, чтобы у нас был постоянный диалог со всеми фракциями, со всеми, либо с муниципальными советниками, которые не являются членами той или иной фракции. Мы сегодня должны решать проблемы горожан, их очень много. У каждого политформирования были свои предвыборные обещания, некоторые приземленные, некоторые не совсем, но мы должны сегодня сделать все для того, чтобы люди в нас не разочаровались. Я открыт, повторяю, для диалога со всеми, со всеми советниками. Я готов к открытому диалогу и сотрудничеству с представителями правительственных организаций, со всеми НПО. Я буду делать все для того, чтобы каждый сотрудник примарии имел доступ ко мне, потому что если мы консолидируемся, то это единственный правильный путь для того, чтобы люди получили то, чего они от нас ждут. А они ждут повышения качества предоставляемых услуг населению и многое другое. Поэтому всегда к вашим услугам. Огромное спасибо бельчанам за доверие. А всем хочу пожелать успехов. И я уверен, что у нас должно с вами все получиться. Мы очень рассчитываем на то, что те депутаты, которые представляют сегодня Бельцы в парламенте, неважно от какого политформирования являются эти депутаты, мы очень надеемся, что наши инициативы будут услышаны. Я очень надеюсь, что будет возможность у меня, как у примара, раз в месяц проводить какую-то встречу для обсуждения тех проблем, которые у нас сегодня есть, и для того, чтобы обсудить сотрудничество с депутатами парламента от этих политформирований, потому что от их правильного отношения к родному городу также зависит очень много моментов. Я ставлю вадуре сукчес. Вома дискутаж сепарат, мержима найти. Вам усмеска.